Образование. Важная сфера жизни и роль школьного педагога сложно переоценить. Выявить лучшие команды учителей, провести для них образовательные программы, объединить общей целью и идеей – такова задача конкурса президентской платформы «Флагманы образования». Реализовать свои педагогические качества и знания просто. Достаточно подать заявку на участие в этом проекте. Подробности в нашем сюжете. По всей России полным ходом идет заявочная кампания на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Цель конкурса – выявить и поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств. Для участия в конкурсе необходимо собрать команду в составе 4 сотрудников одной общеобразовательной организации, руководителей 1 и 2 уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Призеры получают возможность проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны. В конкурсе нет ограничений. К участию приглашаются как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж. Мы расширяем конкурс действительно для того, чтобы у еще большего количества людей в нашей стране была возможность реализовать свои таланты и свой потенциал. Нам бы очень хотелось, чтобы учителя, которым мы благодарны за их труд, становились руководителями школ, становились руководителями департаментов образования, министрами образования, выходили на федеральный уровень. Я желаю всем успеха и с нетерпением ждем наших участников. Участие в конкурсе бесплатно. Заяви о себе. Регистрируйтесь на сайте flagmanyobrazovanie.rf.